Мы живем в эпоху информационного бума, когда люди буквально тонут в море информации. Психиатры даже зафиксировали появление нового умственного расстройства под названием информационный невроз. Но несмотря на доступность и избыток информации, мы наблюдаем в мире много невежества, которое проявляется в насилии и саморазрушении. И даже самые информированные люди, ученые, тоже часто привязаны к дурным привычкам и не имеют целостного представления о мире. Почему? Возможно, потому что информация и знание не одно и то же. Информация может быть отрывочна и беспорядочна, поэтому человек может быть информированным, но при этом беспринципным, так как информация не обязательно оформлена в позитивную концепцию. Однако настоящее знание строится на вечных принципах гармонии, которые, подобно жесткостям в структуре листа, поддерживают целостность жизни. Настоящее знание, в отличие от простой информации, всегда целостно, позитивно, упорядочено и имеет гуманную жизнеутверждающую цель. Настоящее полное знание не исключает из картины мира духовную сторону реальности под предлогом ее недоказуемости, ведь многие научные теории тоже недоказуемы до поры до времени. Но это не смущает настоящих ученых. Великие открытия совершают только смелые ученые, которые работают на грани возможного и невозможного. Что касается науки, то она не обязательно должна быть бездуховной и однобокой. Исаак Ньютон и Чарльз Дарвин вовсе не исключали Бога из картины мира. А Альберт Эйнштейн прямо говорил, что вся Вселенная пронизана разумом, значительно превосходящим человеческий. Из потока неупорядоченной информации невозможно составить целостную картину мира. Как из фрагментов головоломки нельзя воссоздать изначальную картину, если мы не имеем перед глазами оригинала. Дети собирают модели из деталей конструктора, ища во фрагментах часть целостной картины. Они заранее знают, что должно получиться, и потому их деятельность имеет ясную цель. Если бы они не видели перед собой картины, которую они должны создать, их задача была бы безмерно сложнее. В подобном же положении находятся современные ученые-мыслители, которые из многообразия элементов и явлений пытаются создать единую картину мира. Но поскольку им неизвестна изначальная схема реальности, их теория о происхождении и смысле жизни не выдерживает проверки временем и регулярно заменяются новыми концепциями. Так происходит потому, что современные люди в познании мира идут эмпирическим путем, полагаясь только на свои ограниченные чувства и логику. Но есть другой путь познания, нисходящий, когда мы сразу получаем общую картину через откровение, а потом уже через призму этой общей картины мы воспринимаем все детали. Таков духовный путь познания, но не все ему доверяют по определенным причинам. В средние века в Европе человеческая мысль раскололась на три основных направления – науку, религию и философию. Это произошло потому, что авторитет церкви на Западе сильно упал в глазах людей после эпохи Инквизиции. Также церковь своим догматичным подходом не могла удовлетворить запросов ищущей интеллигенции тех времен. В этих обстоятельствах возникла потребность в новом подходе к изучению реальности. Так возникли сугубо материалистическая наука и релятивистская философия, провозглашающая относительность всяких взглядов и истин. Теперь между религией и наукой идет холодная война, а философия играет роль рефери на ринге, пытаясь определить, кто прав. Например, ученые исследуют стволовые клетки, пытаясь найти лекарство от рака. А церковь осуждает эти попытки, считая их вмешательством в дела Божьи. Наука пытается покорять космос, а религия считает это вызовом Богу. Но разве это нормально, что мировоззрение современного человека лишено целостности, и он должен быть либо религиозным догматиком, либо исповедовать бездуховную науку, либо встать на путь спекулятивной философии? Разве не может быть целостной системы взглядов, которая примиряет науку, религию и философию?
К счастью, такая система есть. Это древние веды, которые являются собой не просто знание, а именно целостное знание с четкой связью причин и следствий. Само знание в древнем трактате Бхагавадгита определяется как способность понимать различия между духом и материей. Все, что не приводит к пониманию этого принципиального отличия, считается разновидностью невежества, хотя может иметь форму научного мировоззрения. Большинство современных людей не примут такого определения знания, так как сейчас под знанием принимается просто набор информации, который помогает нам жить в этом мире. Поэтому очевидно, что мы имеем дело с двумя видами знания. Чем же они принципиально отличаются друг от друга? Обычное мирское знание мы получаем через несовершенные чувства своего тела и оформляем в теории при помощи логики. Особенность такого знания состоит в том, что оно устаревает и теряет свою актуальность с течением времени. Ведь сейчас нас не особо интересуют открытия ученых, сделанные 200-300 лет назад. А студенты учатся по новым учебникам, основанным на последних открытиях науки. Но если заглянуть в будущее, то нетрудно догадаться, что лет через 300 ученые будут считать современные научные теории безнадежно устаревшими. Вторая особенность мирского знания состоит в том, что оно фрагментарно, так как эмпирический материальный мир изучен лишь частично, и потому на основе этих неполных данных невозможно с уверенностью составить целостную картину мира, так как новые открытия в будущем могут полностью перевернуть наше представление о реальности. Второй вид знания – это знание, которое мы получаем не через открытие, а через откровение свыше, благодаря непрерывной цепи духовных учителей, которые передают это знание в неизменном виде из глубины веков. Источником этого знания является сам Абсолют в своем личностном аспекте. А настоящий ученый – это тот, кто имеет глубокое понимание реальности, объединяющее в себе дух и материю. Преимуществом такого полученного свыше знания является то, что оно не устаревает и сразу дает нам целостную картину мира. Такие священные писания, как Библия, Коран, Тора, Бхагавадгита и другие, не теряют своей актуальности с течением времени, так как говорят о вечных истинах. В наиболее полной форме это знание содержится в текстах древних вед. Естественно, что у современного человека возникает вопрос о том, насколько можно доверять такому знанию. Но вопрос доверия также актуален и по отношению к научному знанию. Ведь никто, кроме ученых, не может проверить правильность научных теорий и открытий. Поэтому в науке есть метод экспертной оценки, когда группа специалистов подтверждает правильность научных утверждений, а остальные просто верят им. Подобно этому в сфере духовного знания тоже есть группа экспертов, которые практически проверяют правильность постулатов духовной науки и передают этот духовный опыт своим последователям. Также эти два вида знания различаются тем, что современная наука изучает только материальную реальность саму по себе, а древнее знание вед дает описание этого мира в связи с духовной реальностью, давая нам полную картину мира. Для целостного понимания реальности нужно также разобраться в иерархии законов, регулирующих нашу жизнь. Всего существует четыре группы законов. Законы, которые регулируют взаимоотношения на уровне инертной материи, называются законами неорганического мира. К ним относятся законы физики и химии. Но живые организмы действуют уже по более высоким законам, законам органического мира. Когда сознание живых существ проявлено настолько, что они вступают друг с другом в общественные отношения, приобретает значение еще более высокие законы – законы морали и законы социального развития. Когда же люди начинают задумываться о высшем смысле жизни, о своем духовном предназначении, тогда они сознают трансцендентные или духовные законы, которые составляют высшую группу законов. По иронии судьбы, в наш просвещенный век эту высшую группу законов не считают наукой, но относят к сфере верований, поскольку она оперирует такими метафизическими понятиями, как душа, бог, карма и реинкарнация. И потому наука в своих попытках составить единую картину мира игнорирует эту группу высших законов
и вместе с ними самый тонкий срез реальности. Именно поэтому целостной картины не получается, и жизнь по-прежнему кажется бессмысленной случайностью или причудой слепой природы. В этом фильме мы постараемся дать общую схему бытия, опираясь именно на эти духовные высшие законы. Это имеет не только философскую, но и практическую ценность, поскольку позволяет нам повысить качество жизни. Ведь невозможно улучшить жизнь, не понимая до конца ее тонких законов. Итак, с чего же начинается постижение мира? С изучения следствий или с поиска причины всех причин? И какова эта причина? Что является источником всего? На Западе этот основной вопрос философии или вопрос о первопричине по-прежнему заключается в дилемме. Что первично, материя или дух? Или другими словами, курица или яйцо? Яйцо может появиться только от курицы, а курица может появиться только из яйца. Находясь в этой логической ловушке, философы до сих пор не знают решения этой загадки. Но древнейшие источники метафизического знания, Веды, очень просто разрешают эту проблему. Согласно Веданта-сутре, первичным является Абсолют. И он определяется как изначальный и неисчерпаемый источник всех энергий, и называется Брахман. Это изначальная причина всех причин, которая сама не имеет причины. Таким образом, вопрос о происхождении Абсолюта не стоит, так как он по определению вечен и безначален. Из этого Абсолюта исходит дух и материя, которые вступают в различные отношения между собой. Рассмотрим схему в виде треугольника, которая, согласно ведам, составляет единую картину мира. Вершина этого треугольника является Абсолют или Бог, который по определению Веданта-сутр есть изначальный источник всех энергий. Все существующее исходит из него. Хотя Абсолют неделим, в нем можно выделить три аспекта. Личностный аспект, аспект вселенского или высшего разума и аспект энергии или света. Из личностного аспекта Абсолюта исходят бесконечные души. У души тоже три свойства – вечность, знание и стремление к счастью. Из безличного аспекта Абсолюта исходит материя. У материи тоже три свойства или гуны – благость, страсть, невежество. Теперь рассмотрим связи между этими основными элементами реальности. Бог связан с материей через энергию времени в одностороннем порядке. Он на материю влияет, она на него не влияет, так как он находится вне времени. Следующая связь – это отношение между материей и душой. Это связь двухсторонняя. Душа воздействует на материю, материя воздействует на душу. Благодаря этому осуществляется закон причинно-следственной связи, который называется карма. И последняя связь – это отношение между душой и Богом. Это отношение любви. С его стороны этот принцип никогда не нарушается, и этот поток любви всегда идет от него к нам. У души тоже есть потенциал любить Бога, но мы не всегда его реализуем. У нас есть выбор. Мы можем обратить свою любовь к Богу или направить ее на что-то другое. Если человек ничего не знает о верхней части схемы, о своем первоисточнике, куда он будет направлять свою энергию? Вполне естественно, на материю. От материи душа получает три качества или гуны – благость, страсть, невежество. Если мы направим свою энергию на Бога, мы получим совсем другое. В этих отношениях реализуются три свойства души – вечность, знание и счастье. В отношениях с материей потенциал души не реализуется, и мы чувствуем разочарование. Вечность разбита на короткие воплощения, высшее знание подменено утилитарной информацией, и вместо счастья мы получаем низкопробное удовлетворение внешних чувств.
Время, согласно ведам, это воля Бога. Это та сила, через которую Бог влияет на материю, побуждая ее изменяться. Гуна страсти стимулирует процессы роста и развития. Гуна благости поддерживает существование материальных форм, а гуна невежества способствует их разрушению. Под влиянием волевого импульса Абсолюта инертная материя наполняется живыми существами, теми душами, которые решили попробовать жить отдельно от Бога. Для них и создается этот материальный мир как временная виртуальная реальность, в которой души могут поиграть в игры разной сложности, поднимаясь на более высокие уровни бытия или опускаясь на более низкие, в зависимости от того, как они справляются со своими задачами и какое сознание они развивают. Находясь в потоке неумолимого времени, материальный мир циклично проходит через процессы творения, поддержания и разрушения. Почему же всемилостивый и любящий по определению всех религий Бог в конце концов разрушает свое собственное творение, создавая столько беспокойств для своих же детей, вечных душ? Боязнь катаклизмов и конца света постоянно тревожит жителей этого мира. Люди пугают друг друга глобальным потеплением, различными катаклизмами, цунами, землетрясениями. Археологические находки древних культур и легенды о погибших цивилизациях прошлого будоражат умы людей вероятностью повторения печального сценария. Рано или поздно время все стирает в порошок. Древние веды говорят нам о том, что Творец через энергию времени разрушает наши замки на песке, чтобы вечные души поняли, что материальная природа не является для них родным домом. Материя и душа совершенно разной природы, и поскольку в материи душа не может реализовать свои три потребности – вечность, знание и счастье, то воздействуя через время на материю, Бог показывает – это не есть ваше вечное положение. Через энергию времени он видоизменяет материю, чтобы мы в конце концов разочаровывались. Разочарование и потеря веры в материальный путь развития является очень важным фактором на пути духовного прогресса. Когда человек в своей материальной жизни столкнулся с разрушением своих надежд, своих планов, у него начинают появляться сомнения. А в ту ли сферу я вложил свою энергию? Когда возникают сомнения в материальной сфере, тогда возникает возможность проявиться некоторой вере, что, может быть, есть какая-то другая сфера приложения своих усилий, божественная, духовная. Поэтому разрушение материи и ее нестабильность – это очень важный фактор для формирования у нас правильного мировоззрения, чтобы отвлечь нас от временного и в конце концов привести к вечному. Мы к своим творениям очень привязаны. Если мы что-то создаем, то непременно хотим это сохранить. Но Бог творит материальный мир, сложные трехмерные картины, и потом с легкостью все это разрушает. Ему не жалко рушить свое творение, поскольку он хочет пробудить души от этого временного виртуального сна и вернуть их в состояние пробуждения, вечной духовной реальности. Это не есть настоящая реальность, это относительная, временная реальность. И если мы к ней привяжемся, то сами себя обречем на страдания. Потому что мы вечные, мы хотели бы найти вечное, стабильное положение, а материальный мир постоянно меняется. И для того, чтобы этот фактор вечности реализовался, нужно найти себя в духовной природе, а не в материальной. Если душа хочет реализовать свое качество вечности, она должна прекратить свои отношения с материей, на которую воздействует время. Хотя сама душа не стареет и не умирает, она переживает, как во сне, старость, болезни и смерть, которые имеют отношение к ее временному материальному покрытию – телу. Отождествляя себя с временным телом, вечная душа вынуждена проходить через эти несвойственные душе изменения. И пока душа не прошла через болезненный опыт разочарования в материальной жизни и не встала на путь восстановления отношений с Богом, она вынуждена находиться в сложных отношениях с материей,
которые называются термином карма. Термин «карма» означает деятельность на уровне ума, речи и тела и последствия этой деятельности на внешнем и внутреннем уровне. Часто люди называют кармой неизбежность определенных событий, которые приходят в нашу жизнь помимо нашей воли. Отчасти это верно, но ошибка часто заключается в том, что люди списывают эту предопределенность на слепую силу судьбы, и мало кто видит свою личную ответственность в этом механизме кармы. Мы не сможем понять, как образуется эта причинно-следственная связь или карма, пока не примем наличие элемента свободной воли, которым располагает живое существо, и пока мы не почувствуем личной ответственности за свой свободный выбор. На самом простом уровне люди понимают закон кармы на примере принципа «что посеешь, то и пожнешь». И если мы что-то пожинаем, значит, когда-то мы это посеяли. Очевидно, что плоды предопределены теми семенами, которые мы посадили. Но вот какие именно семена мы посадим, это проявление нашей свободы. В каждый момент времени присутствует элемент предопределенности, который приходит из прошлого, и элемент свободы выбора сейчас, который станет причиной предопределенности нашего будущего. Отсюда мы должны понять, что вся наша нынешняя предопределенность является следствием правильно или неправильно использованной свободы в прошлом. Это значит, что разумный человек полностью принимает ответственность за свою жизнь, не пытаясь перенести вину на слепую судьбу. Часто людям сложно понять, за что они страдают в этой жизни, или почему кому-то внезапно приходит удача. Они не понимают, почему страдают невинные дети и наслаждаются жизнью отпетые мошенники. Но если принять, что сегодня мы получаем плоды тех поступков, что совершили вчера, то в этом воплощении душа может получать последствия поступков своей прошлой жизни. А смерть является лишь небольшим перерывом между воплощениями, подобно тому, как ночь разделяет дни. С одной стороны, карма – это причинно-следственная связь, рожденная из эгоистичных мотивов. А с другой стороны, карма означает закономерные реакции или плоды деятельности. Для того, чтобы карма или предопределенность образовалась, у живого существа обязательно должна быть свобода выбора. Индивидуальное сознание души всегда находится в одном из двух потоков информации. Один идет снизу, из материального мира, а другой поток идет сверху, из духовной реальности, от Бога. Живое существо подобно поплывку. Одна его половинка находится над водой, а другая под водой. С одной стороны, рыба может дернуть, и он уйдет полностью под воду. С другой стороны, рыбак может дернуть, и он выйдет полностью из воды. Живое существо или душа является пограничной энергией. Это означает, что мы всегда стоим перед выбором. Мы всегда можем выбрать либо материальный, либо духовный путь развития. И наше сознание будет либо одухотворено, либо материализовано. Карма – это взаимоотношение активной души и пассивной материи. Но как лишенное сознание материя определяет, какие наши действия правильны, а какие нет? Ведь для правильной оценки событий должно присутствовать сознание с развитой моралью. Правильно понять карму можно только если мы примем, что материя действует не сама по себе, а является инструментом в руках высшего, разумного и справедливого существа – Бога. Например, весы – это мертвый инструмент. Это посредник между двумя живыми личностями – продавцом и покупателем. Весы кажутся разумными и выдают правильную сумму к оплате только потому, что продавец заранее выставляет на весах цену, а покупатель решает, какой объем товара он будет брать. По этой же аналогии материя является механизмом-посредником во взаимоотношениях живых существ и Бога. Бог регулирует жизнь людей через материю,
давая им определенную свободу и возлагая на них ответственность за свои решения, чтобы люди могли почувствовать эту причинно-следственную связь. Карма образуется в связи с тем, как мы потратим энергию, полученную свыше. Это подобно тому, как человек, отправленный в командировку, получает деньги на определенные цели, а потом сдает финансовый отчет. Если он потратил деньги на какие-то другие цели, он несет за это личную ответственность. Мы получаем энергию жизни от Бога и потому ответственны перед Ним, поскольку эта энергия дана нам не только для осуществления материальных целей, но и для возвращения обратно к Богу. Однако для большинства людей совсем не очевидно, что эту энергию мы получаем именно от Бога. Мы воспитаны на мысли, что мир возник случайно и из ничего, и что у жизни нет объективной цели. Мы привыкли думать, что у природной энергии нет разумного источника. Однако если мир — это случайность и случайный возник, тогда по закону философии наличие большого количества случайностей уже означает закономерность. А там, где есть законы, там есть и законодатель, потому что законы сами по себе не существуют. Итак, мы живем в мире, где есть законы, и разумный человек — это человек, который обладает знанием о причине, откуда все берется. Мы видим, что мир создан разумно, красиво, с любовью. Почему мы должны думать, что это произошло просто случайно? Если мы посмотрим на человека, как он создан, то он создан очень разумно и красиво. Столько совпадений и случайностей просто не бывает. Это уже переходит в категорию закономерности. Итак, разумный человек понимает, что у всего есть причина. Если муж пришел домой и на столе обнаружил пищу, то вполне очевидно, что это приготовила его жена. Это не могло взяться из ниоткуда. Это значит, что кто-то любящий позаботился о нем. Вот точно так же мы появляемся в этом мире и видим, что вокруг нас уже созревает зерно, растут плодовые деревья. Атмосфера содержит воздух того состава, который нужен для наших легких. Нас окружает вода, которая нужна для поддержания здоровья в нашем теле. Ни одно живое существо здесь не оказывается без пищи. Такое огромное количество живых существ, и у каждого есть своя пища, и в нужном количестве. Таким образом, любящий Творец создает готовую экологическую систему, соответствующую всем нашим требованиям. Такая сложная биосфера, объединяющая огромное количество взаимозависимых факторов, не могла возникнуть сама по себе. Нобелевский лауреат Фрэнсис Крик, один из первооткрывателей структуры ДНК, сказал: «Честный человек, вооруженный всеми знаниями, которыми мы располагаем, вынужден признать, что зарождение жизни на Земле представляется чудом. Так много всевозможных условий должно быть соблюдено для того, чтобы это случилось». По закону вероятности абсолютно невероятно, чтобы просто из пустоты возникло что-то. Если посмотреть на то короткое время, которое существует Земля, то появление даже примитивнейшей формы жизни представляется полностью невероятным. А здесь существуют такие сложные формы жизни в таком разнообразии и едином биологическом цикле. Согласно ведам, мы получаем разнообразные энергии из высшего, разумного источника. Вместе с энергиями мы получаем инструкцию по использованию этого мира и постановку задачи, которая состоит в духовной эволюции сознания. Эта инструкция изначально изложена в ведах,
Но в более поздней эпохе существования человечества те же основные идеи были повторены в священных писаниях других традиций, с разной степенью подробности. Главная задача жизни человека состоит в том, чтобы активизировать связь со своим источником, Богом, постепенно пробудить свое духовное сознание и вернуться в изначальную духовную реальность. Теперь перед нами встает дилемма – следовать этой задаче, которая принесет благо самой душе, или отдать предпочтение своим материальным желаниям. Живое существо в этом мире обладает некоторой независимостью и само творит свою судьбу. Все зависит от внутренних желаний души и внешних влияний. Одно влияние идет свыше, от Бога. Это и есть поток духовного знания или божественного откровения. Другой поток идет снизу, из материи, через систему атеистического воспитания и образования. Как мы практически выясним, под каким потоком информации мы находимся – материальным или духовным? Поток знания сверху пробуждает и стимулирует нашу вечную духовную природу. Поэтому если у человека начинают формироваться духовные ценности и духовные цели, если появляется некая решимость следовать духовному процессу, то это означает влияние потока информации сверху. Если же у человека начинают развиваться материальные планы, материальные амбиции и желания, то очевидно, что его сознание находится под влиянием потока информации снизу. Как формируется наше сознание в этом мире? Человек рождается в семье и, находясь в окружении родственников, получает определенное воспитание и информацию. В основном это поток информации снизу. Это определенные формы, звуки, вкусы, запахи, прикосновения, которые мы воспринимаем через свои 5 чувств – слух, обоняние, осязание, зрение и вкус. Далее они поступают в ум, который отвечает за первичный анализ и имеет 2 функции – принимать то, что приятно для чувств, и отвергать то, что неприятно. Потом этот поток информации поступает в разум, который отвечает за построение планов. Например, если какие-то приятные для чувств вещи понравились уму, то человек думает, как эту вещь купить, или как с этим человеком поближе познакомиться. А если наоборот что-то очень не понравилось, человек думает, как этого избежать, как больше не встречаться с этими неприятными проявлениями. Далее этот поток информации поступает в эго. Эго – это самоотождествление. Это ощущение, что я существую, я есть. Но кто я есть? Если наше сознание находится под влиянием потока информации снизу, из материальной энергии, то какое будет эго? Материальное. Я член этой семьи, я порождение этого народа, я гражданин этой страны, я член этой партии. Я мужчина, я женщина, я черный, я белый. Все это определяет информация, полученная из воспитания, из системы образования и средств массовой информации. Это поток информации снизу, из материального мира. И он формирует, в конце концов, наше ложное или временное эго. Таким образом, душа, покрытая невежеством под видом материального знания, отрицает Бога и свою вечную природу. Под влиянием энергии страсти это отрицание приобретает черты внешнего материального прогресса. А под влиянием невежества в его крайних формах это отрицание духовности проявляет себя в беспорядочном и в бесцельном прожигании жизни, а также в саморазрушении. Сейчас в обществе доминирует поток информации снизу, и потому люди по своим жизненным целям материалистичны, даже если они и имеют веру в Бога. Если мы принимаем программу духовного развития, то, получая энергию от Бога, мы будем запускать ее по вертикальному циклу, обратно к Богу, обогатив эту энергию своим чувством благодарности и любви к Нему. Эта деятельность не будет создавать кармы или материальных последствий. Если же мы больше находимся под влиянием потока информации снизу, мы будем запускать энергию по горизонтальному циклу, игнорируя того, от кого мы ее получили. В этом случае и будет формироваться цепочка кармы, которой мы связываем сами себя,
и таким образом сужаем свой коридор свободы из жизни в жизнь. Современное общество создало очень сложную инфраструктуру, по которой циркулирует божественная энергия, не покидая пределов горизонтального цикла. С каждым годом индивидуальная и коллективная негативная карма продолжает накапливаться, как долг обрастает процентами. Если мы не признаем этого долга и не отвечаем Богу благодарностью, что является проявлением элементарной культуры, то мы сами себя обрекаем на деградацию в такие формы, где от нас уже не требуется проявление высших чувств и разума. Но в этом случае снижается качество нашей жизни. Например, души в телах животных и растений – это результат неправильно использованной энергии и свободы в прошлом. И теперь их свобода ограничена телами, не позволяющими им осознавать свое истинное предназначение. Они не способны сознательно улучшать свою жизнь и переживать высшие эмоции. В их жизни нет развитой культуры, знания и духовности. И потому их интересуют лишь четыре биологические потребности тела – питание, сон, размножение и оборона. Но поскольку материальная жизнь циклична, то с течением времени они вновь получат человеческое тело, и вместе с ним еще один шанс духовного развития, который позволит им вырваться из круговорота перевоплощений. Как же избежать последствий кармы и деградации в низшие формы жизни? Что нужно делать, пока мы находимся в теле человека? Отрабатывается ли карма сама по себе, или мы должны участвовать сознательно в этом процессе? Нужно прояснить одно заблуждение, что отрабатывать карму и освобождаться от нее – это разные вещи. Отрабатывают карму все, но если человек не понимает механизма кармы, то отрабатывая одну карму, он тут же зарабатывает другую. Отработка кармы заключается в том, что мы просто попадаем в разные приятные или неприятные ситуации и получаем позитивные или негативные плоды действий, совершенных в прошлом. Освобождение от кармы – это принципиально иное. Человек освобождается от кармы прошлого и не зарабатывает карму на будущее только тогда, когда он понял, что карма развивается от неправильного использования энергии. В древнем ведическом тексте Бхагавад-гиты сказано: «Подобно тому, как огонь превращает дрова в пепел, так и огонь духовного знания сжигает дотла плоды наших прошлых поступков». Семена кармы прошлого хранятся в нашем тонком теле, и с течением времени они прорастают через наше физическое тело в разных формах. Если обычное семя подвергнуть термической обработке, оно не прорастет. По этой же аналогии, если мы будем развивать в себе духовное знание, изложенное в Ведах, оно, как огонь, уничтожит семена кармы прошлого. И если на основе этого понимания человек начнет одухотворять всю свою деятельность, тогда он перестанет создавать карму на будущее. Это и есть освобождение от самого корня кармы. Поскольку мало кто способен сразу перейти на чисто духовную деятельность, Веды предлагают промежуточную ступень, которая подразумевает следование общечеловеческой морали, непричинение вреда другим живым существам и поклонение Богу с мирскими мотивами. Однако это не решает проблемы кармы в корне, так как жизнь в раю – это тоже карма, хотя и позитивная. Это состояние временное, потому что райские планеты тоже находятся в пределах материального мира и подвержены действию времени. Пребывание в раю подобно временному отпуску в курортной зоне, после которого человеку опять нужно возвращаться на прежнее место и зарабатывать себе на новый отпуск. Поэтому в самых сокровенных разделах Вед нам предлагается полностью удухотворить свою жизнь через бескорыстное служение Богу. Деятельность души может проявляться в двух направлениях. Первое направление – это эксплуатация материи без связи с Богом, и эта деятельность называется карма. Второе направление деятельности – служение Богу. Такой деятельности современного человека не учат,
хотя именно она является наиболее естественной и приятной для души. Именно в общении с Богом раскрываются три основных свойства души – вечность, знание и счастье. А в общении с материей душа покрывается свойствами материи, в лучшем случае благостью, а в большинстве случаев страстью или невежеством. Отношения с Богом называются термином «йога», что означает «связь». Веды описывают четыре основных вида йоги, которые можно уподобить лестнице. Это карма-йога, гьяна-йога, аштанга-йога и бхакти-йога. Карма-йога означает посвящение своей внешней деятельности Богу, то есть использование своих материальных способностей в служении Ему. Гьяна-йога означает использование своего тонкого тела, то есть ума и разума для философского познания Абсолюта. Следующая ступень аштанга-йога состоит из 8 уровней. 4 начальных уровня называются хатха-йогой и ставят целью контроль чувств и тела через практику асан и практику правильного дыхания, пранаямы. 4 высших уровня называются раджа-йогой, и они обучают человека концентрации ума и основам медитации, чтобы в конце концов увидеть Бога в своем сердце рядом с душой. В высшей ступени йоги веды провозглашают бхакти-йогу, которая включает в себя все элементы предыдущих систем. В бхакти-йоге есть элемент внешней деятельности, карма-йоги, элемент философского познания, гьяна-йоги, и элементы медитации из аштанга-йоги. Но отличительной чертой бхакти-йоги является то, что вся эта деятельность совершается не ради себя, а ради служения Богу. То есть бхакти-йога – это деятельность на самом глубинном уровне, на уровне души, в то время как другие системы йоги задействуют лишь поверхностные структуры – физическое и тонкое тело. В строгом смысле йога означает именно бхакти, то есть любовь и преданность, так как связаны мы с Богом изначально именно любовью и преданностью. Это самая глубинная связь на уровне души. Все остальные формы йоги являются лишь средствами, в то время как бхакти-йога – это одновременно и средство, и цель. Ведь чем занимается душа в духовном мире, когда она уже изжила свою карму и философски осознала Бога, а также достигла вершины медитации? В этом освобожденном состоянии остается только развитие вечных любовных отношений между чистой душой и Богом, что и является основой бхакти-йоги. Любовь Бога к нам видна в Его непрерывной заботе о нашем материальном и духовном благополучии. Даже самые беспомощные формы жизни имеют свою пищу и все необходимое для выживания и воспроизводства. А те души, которые получили человеческие тела, подобны детям, которые достигли школьного возраста и могут теперь учиться. Они уже поднялись над программой физического выживания, предназначенной для животных, и способны начать процесс духовного образования. Как система образования заботится о разных уровнях школьников, создавая учебники для разных классов, так и Бог дает одно и то же духовное знание, адаптируя его для разных людей, учитывая уровень развития человека. Бог уже любит нас, и задача человеческой жизни состоит в том, чтобы со своей стороны тоже активизировать эту любовь, которую мы променяли на проблемные отношения с материальным миром. Начинается этот процесс с того, что мы получаем духовное знание через поток божественного откровения, идущий сверху. Благодаря этому знанию человек начинает осознавать свое духовное родство с Богом, а из этого рождается понимание необходимости служения Богу. Обычно люди служат тому, частью чего себя считают. Если человек считает себя частью семьи, он служит семье. Если он считает себя частью какой-то компании, он служит этой компании. Но если он начинает осознавать себя неотъемлемой частью Бога, он начинает служить Ему. Так начинает формироваться духовная цель жизни – возвращение к Богу.
Для этого нужно как можно больше узнать о нем. Веды предоставляют нам очень много сведений о его различных формах и воплощениях, о его обители, о его качествах и деяниях. Это важно знать уже сейчас, чтобы ясно представлять свое духовное будущее. Как же осуществить переход от своих отношений с материей к отношениям с Богом? Разве мы можем резко бросить свои отношения с этим миром? А как же семья, работа? Большинство людей на это не способны, и потому веды рекомендуют нам постепенный переход к духовной жизни. Поэтому мы начинаем с использования в духовной жизни своей кармы. Например, если человек обладает художественными способностями, он вполне может задействовать их в служении Богу. Те, кто могут связать свою специальность непосредственно со служением Богу, могут использовать часть своего заработка в поддержании храмов или проповеднической миссии, например, в издании духовной литературы. Если у человека нет свободных финансов, то самый простой способ задействовать свое тело и быть в служении Богу – это начать ежедневно освящать свою пищу. Каждый день мы что-то готовим для себя и своей семьи. При помощи духовного знания мы можем превратить этот повседневный процесс в духовный ритуал. Латинское слово «ритуал» происходит из ведического языка – санскрита. На санскрите слово «рита» означает «истина», а ритуал – это процесс, через который истина открывается нам. Сама по себе пища имеет божественное происхождение, и никакие технологии никогда не смогут воспроизвести на свет ни одного зернышка, из которого вырос бы колос с новыми зернами. Хотя химическая структура зерна не так сложна, и ее вполне можно воспроизвести в условиях лаборатории, жизни в этом зерне не будет. Жизнь не является продуктом химических взаимодействий, так как она является проявлением энергии души. В процессе питания мы зависим от высшей силы Бога, и потому освящение пищи через ритуал предложения ее Богу является естественным проявлением нашей благодарности. Процесс освящения пищи есть у всех народов, но веды дают нам наиболее подробные инструкции по этому поводу. Пища животного происхождения, мясо, рыба, птица и яйца добываются путем насилия, и потому несет в себе энергию невежества. Пища – это не только химические элементы и калории, но и определенная информация. Когда человек убивает животное в пищу, эта энергия насилия, страха и предсмертных судорог сохраняется на клеточном уровне в теле жертвы и потом поступает в тело человека, что негативно сказывается на его умонастроении и здоровье. Поэтому веды рекомендуют питаться только благостной пищей, получение которой не требует насилия. К этой пище относятся зерно, бобы, овощи, фрукты и все виды молочных продуктов. Вегетарианское питание делает человека здоровым, энергичным и выносливым. Достаточно посмотреть на лошадей, быков и слонов, которые питаются только травой и зерном, чтобы понять, что мясо совершенно не нужно человеку в качестве источника силы. Скорее, оно является источником токсинов и болезней. Веды говорят о том, что мясо, рыба и птица – это допустимая пища для примитивных людей, которые не стремятся к познанию Бога. Такие люди обычно являются атеистами или поклоняются низшим духам, поднося им кровавые жертвы. Однако для цивилизованных людей, у которых разум более развит и кто может понять свою духовную природу, пища должна быть более благостной и чистой. Пища, добытая путем насилия, неизбежно ожесточает сердце человека, а это несовместимо с развитием любви к Богу. Люди часто возражают, говоря, что вегетарианское питание тоже означает убийство овощей и фруктов. Чем же это принципиально отличается от убийства животных? Ну, во-первых, сознание растений не столь развито, как сознание животных, и потому они не чувствуют той боли, которую ощущают животные. Во-вторых, растительные продукты с
специально предназначены в пищу человека, о чем сказано во всех священных писаниях мира. В то время как мясо, если не запрещается некоторыми традициями, то его употребление ограничивается хотя бы временными постами. Употребление мяса запрещено для серьезных христиан во время Великого Поста. С какой целью вводится этот временный запрет? С целью очищения. Если за 40 дней человек способен до какой-то степени очиститься, то насколько же чище мы станем, если откажемся от мяса совсем? Да и зачем после процесса очищения снова осквернять свое тело и ум? Бернард Шоу назвал тела поедателей плоти ходячими кладбищами. Однако это не просто литературная метафора, а реальный факт жизни. Разумному человеку не стоит травить свой организм трупными ядами. Кроме того, если мы не съедим урожай зерна, фруктов и овощей, он просто сгниет. А недойная корова будет недовольна мычать. Но животные, рыбы и птицы не будут страдать, если не попадут к нам на обед. Обработка вегетарианской пищи духовной энергией является вполне логичной, ведь в процессе приготовления грубой пищи мы обрабатываем ее более тонкими элементами, такими как вода и огонь. Поэтому вполне закономерно, что окончательная обработка пищи должна осуществляться самой тонкой энергией – духовной. Такая предложенная Богу или освященная пища меняет свою тонкую структуру, и это экспериментально подтверждено. Всем известны опыты с водой японского ученого Эмото Масару. Он произносил над водой разные звуковые вибрации, позитивные и негативные. Потом он замораживал эту воду и изучал кристаллы воды, получившиеся от разных звуковых вибраций. Благостные духовные вибрации порождали гармоничные кристаллы. А негативные и агрессивные вибрации придавали кристаллам воды дисгармоничную форму. И поскольку вся пища в той или иной степени содержит в себе воду, то изменение происходит не только в структуре воды, но и в более плотном веществе. Электронная съемка при помощи фотоаппарата Кирлиана показывает, что аура освещенной пищи большая и светлая, а у неосвещенной она меньше и темнее. То есть эксперименты показывают, что освящение пищи – это не просто пустой ритуал, основанный на сентиментальной вере, а это научно проверяемый процесс, дающий позитивный результат. И поскольку, согласно данным медицины, каждые 7 лет все клетки организма обновляются благодаря обмену веществ, то тело человека, который в течение 7 лет принимает только освященную пищу, не только обновляется, но и одухотворяется. Практически это выражается в том, что люди меньше болеют, имеют более позитивный внутренний настрой и им легче постичь духовные истины. По ведическим канонам, когда мы готовим пищу и планируем ее освящать, мы не должны ее пробовать в процессе приготовления. И когда она готова, ее нужно переложить в отдельную посуду для освящения и поставить на алтарь. Через несколько минут эту пищу из специальной посуды можно вновь переложить в основные кастрюли, чтобы находящаяся там пища тоже стала освященной. После этого можно начать прием пищи. Если алтаря дома нет, или вы находитесь в дороге, тогда можно внутренне сосредоточиться на образе Всевышнего и обратиться к Нему с просьбой принять наше подношение. Очень важно понимать, что реально происходит в момент освящения пищи. Если верить ученым, которые проводили эксперименты с водой, произнося над ней, например, имена Гитлера или Матери Терезы, то вода сама реагирует на эти имена и меняет структуру своих кристаллов, показывая гармонию либо дисгармонию. Наивно было бы думать, что лишенная индивидуального сознания вода лично знакома с Гитлером или Матерью Терезой, и потому по-разному оценивает их через структуру своих кристаллов. Но если мы примем утверждение Извет о том, что в каждом атоме находится локализованная форма Бога под названием параматма или сверхсознание, тогда становится понятно, почему вода по-разному реагирует на разные слова или имена. На самом деле реагирует Бог, который знает все обо всех.
а вода является лишь неким интерфейсом или средой-посредником, через которую Бог выражает свое отношение к разным личностям и понятиям. Освящение пищи – это самый простой процесс одухотворения своей повседневной деятельности. Также рекомендуется регулярно изучать священные тексты Вед, основными из которых являются Шримад Бхагавадгита и Шримад Бхагаватам. И главной практикой, связывающей нас с Богом в этот век, Веды провозглашают совместное пение мантры Харе Кришна или индивидуальное повторение этой мантры на четках. Харе Кришна мантра содержится в древнем тексте Кали Сантарана Упанишад и является наиболее действенным методом одухотворения сознания для современного человека. В этой мантре имя Кришна переводится как «всепривлекающий», имя Рама – «всерадующий», а Хари – это энергия любви и служения, которая исходит от Бога. Через произнесение этой мантры мы просим Бога занять нас в духовном служении, благодаря которому с течением времени в наших сердцах пробудится глубокое чувство близости с Богом и изначальная любовь к Нему. Если растения и животные вполне гармонично уживаются с природой, так как не имеют амбиций, то такая сложная форма жизни, как человек, удовлетворив свои базовые потребности, начинает искать высший смысл жизни. А это, по теории Фрейда, является психическим отклонением. Раз уж мы возникли из ничего, то никакой объективной цели в жизни нет, так атеизм и материализм лишают человека возможности развития в его истинном и изначальном смысле, превращая жизнь в бессмысленную гонку за ускользающими миражами призрачного счастья. Возвращаясь к схеме единой картины мира, можно сделать три философских и практических вывода, которые являются общим знаменателем для всех духовных традиций. Вывод первый. Бог является источником духа и материи, поэтому души и материя принадлежат Ему, и никто не может заявлять права собственности на что-либо. Собственность может временно попасть к нам в руки, но если мы сами не используем ее в служении Богу, то Он в форме времени отберет у нас все. Мы приходим в этот мир ни с чем и ни с чем уходим. Поэтому единственная наша вечная ценность – это духовный опыт, который мы можем обрести, служа Богу. Вывод второй. Поскольку мы, как души, произошли от Бога, мы остаемся вечно связанными с Ним либо через прямые отношения, любви и служения, либо через косвенные отношения, кармы. Поэтому мы в любом случае остаемся вечно ответственными перед Ним. Осознание этой связи и ответственности является важнейшей частью процесса познания. Вывод третий. Поскольку с Богом нас связывают отношения естественной любви, а с материей нас связывают болезненные отношения кармы, то предпочтительнее развивать отношения с Богом, который помогает раскрыться нашему внутреннему потенциалу. Это должно быть нашей приоритетной деятельностью. Как гласит Евангелие, в первую очередь ищи Царство Божие, а остальное приложится. Ведь отношения с материей не могут дать нам ничего, кроме кармы и трех гун, из которых большинство людей выбирает невежество и страсть, вместо того, чтобы выбрать благость. Говоря словами Иисуса Христа, какой смысл весь мир обрести, а душу потерять? Согласно всем религиям, Бог один, но Он неоднозначен. И потому между разными духовными традициями нередко возникают противоречия. Но как один бриллиант создает многоцветие оттенков своими разными гранями, так и единый Бог открывается всем людям по-разному, в соответствии с их желаниями и пониманием.